Исторические события столетней давности, основанные на архивных документах, получили отражение в книгах «История ТНР» в архивных документах и «История города в центре Азии». В сборниках собраны наиболее информативно яркие документы, уникальные фотографии, в том числе из коллекции известного фотолетописца Тувы Владимира Петровича Ермолаева. Данные книги они будут очень востребованы нашему научному сообществу, студентам, даже школьникам. Они пригодятся им для написания. Писания рефератов, диссертаций. Предыдущие книги, которые выпускал архив, они все уже раритеты, их уже не осталось. Один из составителей книг, известный ученый, историк Николай Моллеров, отмечает, что значимость этих изданий невозможно переоценить. Во-первых, здесь подлинные документы публикуются. А это значит, можно обратиться, если какой-то спорный вопрос, обратиться к первоисточнику, открыть книгу и посмотреть, а как же в документе, потому что спорные вопросы возникают часто по самым таким разным историческим вопросам. А архивные документы, они надежный свидетель. В книгах также описаны судьбы выдающихся людей, которые работали на высоких государственных должностях и так или иначе влияли на будущее Тувы и ее столицы. Большой вклад внесли, конечно, сами архивисты. Это очень сложный, трудоемкий процесс, который требует внимания, ответственности. И также мы очень благодарим наших научных сотрудников в лице Николая Михайловича Моллерова, Айланы Калиновны Кюжгет, которые всегда нам подсказывали, что включить, какие документы включить, что более полно отразить. И вот эта совместная такая работа, она на самом деле такой тяжелый научный труд издания. История ТНР издана в количестве 500 экземпляров, а тираж истории города в центре Азии – 1000 книг. По вопросам приобретения книг можно позвонить по номеру 56439 или обратиться в Тувинское книжное издательство, а также в Национальный музей Республики Тыва. Алдынгыз Буян, Буян Монгуш, Мирана Эргит, Тува 24.